Всем привет, дорогие друзья! С вами канал Диванный Эксперт. Сегодня поговорим о Wi-Fi ретрансляторах, или как их еще называют, повторителях или усилителях. На самом деле эти Wi-Fi ретрансляторы, они ничего не усиливают, они просто расширяют зону покрытия. Для наглядности давайте я вам такую маленькую схемку нарисую. Вот. На обзоре у нас устройство Mercusys. Значит, MW300RE – это самый дешевый Wi-Fi повторитель. Стоимость его где-то от 330 гривен до 350 на рынке. В принципе, он самый дешевый. Для наглядности теперь давайте я вам нарисую схемку вот такую. Допустим, у нас есть комната. Вот она вот здесь вот расположена. Вот здесь вот такая точечка, в ней роутер, да, находится, и зона покрытия этого самого роутера, к примеру, вот такой вот радиус у нас, да. Есть у нас комната, там, допустим, вот она, номер 2. И, соответственно, этот самый роутер вот сюда до комнаты не добивает. Значит, что делает Wi-Fi репитер по типу MW300RE? Он коннектится к вот этому вот самому роутеру и расширяет зону покрытия. То есть нам нужно вот эту вот вилку втыкнуть, допустим, в коридоре, либо в розетке, где-то вот в зоне радиуса действия этого роутера. Причем желательно, чтобы в этой самой зоне уровень сигнала был не менее 50%. Вот, то есть, чтобы здесь горела зеленая лампочка, что сигнал хороший, прием. Значит, мы должны его подключить там, где сигнал на 50%. То есть, включаем мы его где-то на, где-то вот здесь, вот этой вот точке у нас должно располагаться этот Wi-Fi репитер, то есть это половина, да, расстояния. Ну, к примеру, да, это такая схема, конечно, субъективная достаточно. Вот, и, соответственно, у нас радиус действия с помощью этого Wi-Fi репитера расширится где-то отсюда, да, вот до сюда. Ну, либо чуть больше, я там плюс-минус не знаю точно, насколько оно расширяет, но тем не менее, сигнал до вот этой вот комнаты уже у нас будет добивать. Вот. Что хочу еще сказать. Этот репитер будет скоро, любой репитер, в принципе, скорость режет практически в два раза. То есть, если в месте уверенного приема будет где-то там 30 мегабит, у вас в этой самой комнате, которая не добивала, будет в два раза меньше. То есть это будет 15, а то и в три раза меньше. То есть где-то будет 5, там 10 мегабит. Вот где-то примерно так. Вот. Надеюсь, объяснил, в принципе, доходчиво. Да? То есть он как бы не усиливает сигнал, он его просто расширяет. Вот. Теперь, собственно, как мы его будем тестировать. Тест у меня, конечно, будет не совсем полный. Вот, я вам покажу, как зайти в админку этого самого репитера, как его настроить и так далее и тому подобное. Так, ну что ж, давайте мы сейчас его включим в розетку. Обратите внимание, что если вы его будете вот подобные такие, да, удлинители включать, что он занимает достаточно много места. То есть, если вы включите в одну розетку, он будет перекрывать другую, соответственно. Вот, включаем его в розетку. Вот. И у нас начинает мигать лампочка, что он у нас запустился. Сейчас она красная. И она будет красной до тех пор, пока мы не настроим этот самый репитер. Вот. Для того, чтобы нам его настроить, значит, надо зайти в Wi-Fi, найти Wi-Fi
Mercusis RE, вот здесь подписано S479. Мы жмем к нему подключиться, соответственно, подключаемся. Вот, у меня тут выскочило такое уведомление. Блин, покажет оно его или нет. Подключение к Wi-Fi. Да что ж такое? Что оно не показывает? В общем, подключение к сети Wi-Fi. Я нажимаю, у меня появляется регистрация в сети. Сейчас он требует ввести, получается, у нас пароль, да, создать, то есть пароль для этого маршрутизатора. Соответственно, репитера, точнее, для того, чтобы попасть в админку, когда мы подключимся к Wi-Fi, у нас вот есть, видите, вверху такой адрес mwlogin.net, мы можем вручную по нему зайти и попасть в эту самую админку, да. Так, давайте еще раз зайдем в ее, задаем сюда желаемый пароль, ну, допустим, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Повторяем, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, это я, к примеру, конечно же, пароль ввожу. Так. Ввели мы этот самый пароль. Сейчас у нас показывает, что идет сканирование сети. Так, сеть у нас почему-то сбросилась, она переподключилась. Ну ладно, давайте зайдем через браузер. Введем этот самый mwlogin. Введем наш пароль. Так, пароль. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, нажимаем логин. А что ж такое? Камера вообще не фокусируется. Нажимаем логин. Вот он у нас сканирует сети на данный момент. Ждем, пока отсканирует. Что-то камера Xiaomi как-то хреново фокусируется на любых экранах, на телевизоре, на экране смартфона. У Samsung, бляха, фокус как-то получше работал. У J4 старенького однокамерного, блин, на который я снимал до этого, блин. Че с Xiaomi не могли автофокус нормально сделать? Че он, блин, рыскает? Не понимаю. Короче, что-то долго оно сканирует. Очень долго. Давайте обновим. Ждем, пока он найдет Wi-Fi сети. Ага, вот нашло куча Wi-Fi точек. И мы должны выбирать именно ту, которую мы хотим ретранслировать. Выбираю я свою точку доступа. Ввожу пароль. Пароль сейчас за кадром введу. Так, вводим пароль нашей точки доступа. Так, пароль мы ввели от нашего роутера. Теперь нужно ввести имя сети, которую будем ретранслировать. Ну, давайте, можем назвать ее так же, как и нашу, а можем назвать по-другому. Ну, давайте назовем просто repeater. Все. У этого самого репитера будет такой же самый пароль, как и у нашей сети. Нажимаем connecting, то есть он задаст автоматически. Тут нам показывается, что мигающая лампочка это типа connect к хосту. Вот она сейчас у нас мигает. То есть он сейчас подключается к нашему роутеру. Зеленая означает, что связь у нас хорошая, то есть подключился он, вот сейчас зеленый горит, и желтый означает, что связь у нас средняя либо слабенькая с роутером. Вот, постоянно горящая красная пишет, что типа подключения нет. Ну, это типа обозначение показывает, какие есть статусы. Сейчас у нас репитер подключился к Wi-Fi моему, да. Теперь давайте протестируем, какая скорость у нас будет на нашем роутере, а потом на этом самом репитере. Вытаскиваем его с розетки. Так, сейчас.
Подключаемся сначала к моему Wi-Fi. Так, к моему Wi-Fi. И давайте протестируем скорость. Какая же у нас будет скорость? Скорость от моего роутера по 2.4 частоте, там максимум сотку выжимает. На этом телефоне слабый Wi-Fi, поэтому 50-ка. 50 на прием, ну там 40, наверное, 50 будет на отдачу, да? Да, где-то примерно так. Где-то примерно так. Теперь включаем этот самый репитер. Он у нас получается будет 1, 2, 3, 4, метра 4, 5 от основного роутера. Да? И посмотрим. Сразу вам говорю, он скорость, по-моему, по любасу режет. Вот. Давайте мы включим его. Вот он у нас мигает. Мигает, что он у нас коннектится к интернету. Так, ждем, пока подключится. Загорелась у нас зеленая лампочка. Теперь идем в телефон. Заново, да? Открываем шторку нашу с Wi-Fi. И вот у нас появилась сеть репитер, да? Давайте нажмем на нее. Требует ввести пароль. Сейчас я введу пароль, так как он такой же, как у моего маршрутизатора. Так, нажимаем подключиться. Нажимаем подключено. Теперь давайте посмотрим, какая скорость будет здесь. Так, была у нас вот такая вот, 51 на 46. Давайте глянем, как же он будет у нас репитить сейчас. Погнали. И вот, как вы видите, скорость с 50 просто урезается до 15 мегабит. То есть он даже в довольно-таки хороших условиях, в метрах 5 от роутера, да, когда репитит, умудряется скорость резать в 2, а то и в 3 раза этот самый репитер. А это значит, что если мы расширим зону, то он будет из 15 выдавать где-то 5, там, 5-8, ну, до 10 мегабит, если мы его поставим где-нибудь в коридоре, подключим этот самый репитер и там протестим. Ну, давайте возьмем и протестим, так сказать. Переносим на кухню его. Ну что, отнес я его на кухню, включил, он у нас где-то через бетонную стену в метрах 6-7 от роутера. Значит, вот такие вот скорости я сейчас включал тест от оригинального роутера. И давайте посмотрим, сколько он у нас будет выдавать от репитера. Так, подключаемся. Репитер. Погнали. Нажимаем. Ну, где-то около 22 мегабит он сейчас выдает на прием. И столько же, наверное, будет выдавать на передачу. Вот как-то так. Давайте предыдущий посмотрим. Роутер выдавал 37,2, 14,3, а репитер выдает 22,1, 17,8. Ну, как еще можно этот репитер протестировать? Значит, я живу на 6 этаже, и телефон, этот роутер мой Netisend 4 на первом этаже,
не ловит Wi-Fi, соответственно, то есть моего роутера, вот этого сейчас я вам покажу, который 4 семерки, он его не ловит и не показывает. Соответственно, до первого этажа не добивает. Вот, давайте проверим, будет ли вид, хотя бы видна сеть, вот это вот репитер. Поворачиваем антенны на улицу, где-то примерно в ту сторону, я не знаю, как их поставить. Наверное, вот так, что ли, пусть будут плюс-минус. Вот, и что, погнали на улицу, там посмотрим. Так, ну что, спустились с 6 на 5 этаж. Ой, с 6 на 5, с 6 на 1. Смотрим. 3 семерки сеть у нас вроде видит. Давайте подключимся. Ага, все, сеть моя пропала. То есть он ее вроде как увидел, но не подключилась и пропала. Подключился к репитеру. Ну вот и мою сеть вроде как ловит, но очень слабо. Странно, что она здесь видна, была раньше не видна. Но подключиться к ней не удается, да? Нажимаю. Вроде как подключается. Так, вроде как подключилась. Сейчас протестим сигнал. Ноль, ноль, восемь. В общем, дальше можно не тестить. Это фигня. Так, подключаемся к репитеру, посмотрим, сейчас сколько там выдаст. Ну, 4 мегабита выдает. Это, кстати, очень хорошо. Вот сеть репитер. Четыре на прием. Ага, 7 у нас где-то на отдачу. Ну, в принципе, неплохо. Расширил. 6 на первый этаж. Нормально. Так, а что наша сеть? Мой роутер где? Вот он, да. Нажимаю подключиться. Так. Тестим подключение с моего роутера. О, вот 6. Ну, короче, скорости можно сказать, что нет. 0,40-0,50 мегабита. В общем, репитер, в принципе, работает. На этом все. Так, ну что, в принципе, вы все видели глазами. Эта штука как бы работает там, где от роутера сигнал 0,04 мегабита, он выдает около 4-5 с 6 до 1 этажа добивает. Что очень, в принципе, неплохо. Основной роутер находится через бетонную стену. Вот, а репитер включен на кухне где-то с метров 5-7 через бетонную стенку. Ну и, в принципе, как-то так. Видео, конечно, получилось у нас довольно-таки длинным. Ну что сделаешь, из песни слов не выкинешь. Если кому-то это видео было полезным, ставим лайки, подписываемся на канал. Пока. Пока.